Компания «Алроса» продолжает подводить итоги прошлого года. Сначала на предприятиях, затем пройдет итоговый форум. К этому готовятся и в Айхале. Сначала работники комбината сами встретятся 20 марта. Прошедший месяц обсудили уже 8 цехов комбината. В том числе, например, карьер «Юбилейный», рудник «Айхал» и фабрика номер 14. Обсудить, как прошел прошлый год и что предстоит в наступившем, там собралось 350 человек. В 2019 году коллективу карьера «Юбилейный» пришлось работать в сложных горных и климатических условиях. При этом там добыли свыше 7,5 миллионов тонн кимберлитовой руды. Есть чем похвастаться и работникам цеха по ремонту горного и технологического оборудования. Они, например, по итогам прошлого года заняли первое место в комбинате по количеству распредложений. На руднике «Айхал» подняли на гора более 500 000 тонн руды. Под особым контролем были вопросы охраны труда. В четвертом квартале 2019 года на предприятии возобновили работу общественных уполномоченных по этому направлению. Не сидели без дела и на обогатительной фабрике. В прошлом году там обработали почти 8 миллионов тонн руды и извлекли из нее свыше 7 миллионов карат алмазов. Наиболее часто задавали следующие вопросы. Будет ли принято решение о строительстве подземного рудника «Юбилейный»? Когда будет принята программа переселения ветеранов компании «Алроса» из районов Крайнего Севера? А также поднимались вопросы, связанные с деятельностью общего центра обслуживания и многие другие.